Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброго ранку, шановные коллеги. Меня зовут Гаррет Джонстон. Я специалист в корпоративной стратегии и работаю по всему миру над бизнес-стратегиями уже больше 30 лет. И я приезжаю в Кишинев, столицу Молдовии, 9 ноября, для того, чтобы с вами целый день обсудить, как сделать бизнес в Молдавии комплексным, конкурентоспособным в беспрецедентных условиях переломных 20-х годов. Комплексная конкурентоспособность бизнеса – это многоуровневый феномен. И мы будем целый день разбирать, что такое настоящая, конкретная конкурентоспособность малого, среднего, крупного бизнеса во многих разных отраслях. Мы посмотрим на идеологическую конкурентоспособность. Ваше мировоззрение, миссия, видение, культура. Мы посмотрим на стратегическую конкурентоспособность, в отличие от идеологической. То есть это ваши приоритеты, ваши сегментации, ваши целевые сегменты, ваши комплексные ценностные предложения, куда входит продукт, услуга, цена, условия, каналы, доставка, послепродажное обслуживание и так далее. И B2B, и B2C, и C2B, и B2C2B, и B2B2C, и даже блокчейновый P2P. Далее мы посмотрим на технологическую конкурентоспособность. То есть мы посмотрели идеологическую, стратегическую, теперь технологическую конкурентоспособность, как использовать искусственный интеллект, как использовать новые возможности цифровизации вашей компании на всех уровнях и так далее. Далее переходим к тактическим и практическим методам постоянного увеличения комплексной конкурентоспособности вашего бизнеса по всем фронтам. Мы будем брать яркие и конкретные кейсы со всего мира для того, чтобы вам показать, как это все реализуется на практике. Так что, уважаемые коллеги, я вас очень жду в Кишиневе 9 ноября. Я думаю, мы проводим бомба-день вместе. Будет живое обсуждение. И самое главное, после этого, чтобы ваш бизнес стал конкурентоспособным, комплексно, в беспрецедентных условиях переломных 20-х годов. Так что до встречи, коллеги. Спасибо.